Коллекция окаменелых остатков животных и растений. Шкатулка для карт, перочинный ножик в виде башмачка, шкатулка из панциря черепахи и многое другое. В Ульяновском областном краеведческом музее состоялась традиционная акция «День дарения». В этом году она посвящена 124-й годовщине основания и открытия музея. По традиции, заложенной более века назад, в этот день все желающие могли передать в музей предметы быта, документы, фотографии из личных архивов об истории, природе, культуре и жителях Симбирского Ульяновского края. Среди них перочинный ножик в виде башмачка, вышитый батистовый платок конца 19-го – начала 20 веков, набор новогодних украшений и игрушек середины 20 века, форменная одежда полковника танковых войск. Все наши пополнения, они осуществляются за счет дарения населением. И поэтому день этот очень важный. И, так сказать, этот день обычно, так сказать, превращается в день друзей музея. Это вот другой синоним этого дня, потому что только настоящие друзья так бескорыстно дарят очень ценные вещи, отрывая их от собственного сердца. Одна из дарителей – потомственный палеонтолог Владлена Копиевская. Увлечение камнями у нее от отца с раннего детства. И на свою первую выставку она передала Ульяновскому краеведческому 4 уникальных объекта. Аммонит спитоницера с уникальной обработкой, технология разработана нашей компанией. 2 фрагмента черепа ихтиозавра и аммонит симбирскитос в породе. Очень приятно, когда ты даришь музею какие-то уникальные вещи, что остается память от тебя. Это, наверное, самое главное. Частичка тебя остается в музее. Всего же в этом году музей пополнили 400 новых предметов и уникальных находок.